В этом видео хочу с вами разобрать строчку из песни Лил Уэйна «She Will». Вот. Такая строчечка, да? «Comma is a bitch, will just make sure that bitch is beautiful». Давайте сначала ее прослушаем, как поет ее Лил Уэйн. «Comma is a bitch, will just make sure that bitch is beautiful». Почему я выбрала именно Лил Уэйна? Ну вот смотрите, во-первых, он черный, да? И если так можно рассудить, когда человек путешествует, ему приходится общаться с различными людьми, и с черными тоже, да? Вполне возможно, что вам захочется понять, что говорит вам черный человек, который подошел, допустим, и с вами разговаривает, или где-то вам пришлось столкнуться с таким человеком, куда-то пойти, да, и пообщаться. Вот давайте как раз-таки и потренируем произношение таких людей. Небольшая такая особенность их произношения. Есть черные, которые говорят вот каким-то таким образом, да, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, по-другому не объяснишь, да, как еще. Есть те, которых получается что-то вя-вя-вяканье такое. Вот в данном случае вот у Лила Уэйна что-то такое, да. Чтобы нам научиться понимать таких людей, нам нужно сделать то же самое. Вот сейчас придется повявякать, так сказать, да, немножечко. Вот, научиться это делать самим, связывать слова так, чтобы вот в этом вяканье у вас все слова подружились тоже друг с другом. Так что вот давайте пробовать, да? Только когда вы произнесете это сами, вы поймете потом на слух, как это делают те, кто с вами вот так разговаривает, да? Может быть, как-нибудь разберу в будущем речитатив того черного, который как раз-таки разговаривает вот как бу-бу-бу, чтобы и их было тоже понятно. Ну ладно. И в конце у нас beautiful идет, да? Давайте вот сразу ее и начнем концовку произносить. Вот слово beautiful. Так, во-первых, никакой не beautiful, а r в середине, да? Beautiful. И самый последний слог. Не full, а full. Beautiful. Beautiful. Beautiful, да? Б такое взрывное. Beautiful. Вот всего лишь одно слово, а уже несколько звуков совершенно не таких, которые, как в русском, да? Beautiful. И смягчаем его. Beautiful. Beautiful. Вот такой, да? Так. Bitch is beautiful. Вот, смотрите. Bitch. Опять взрывное и никакое не и. Вот в русском языке у нас и все, да? В английском языке нет звука и. Там есть звук ы и есть и, да? Вот коротенький, вот он. Это закрытый звук ы, bitch, bitch. И рядом вот is тоже. Два одинаковых звука. Bitch is, да? Bitch is beautiful. Нужно делать так, чтобы б у нас прямо вот взрывная такая, плюющая. Bitch, beautiful, да? Bitch is beautiful. Можете прям перестараться даже, ничего страшного, зато научитесь вот правильно бэкать. Это делают не только черные ребята, но и белые тоже. Но у них это еще больше такое вот бэкание. Bitch is beautiful. Угу. До этого идет слово that. И оно у нас с открытым слогом э. Я уже неоднократно разбирала вот этот слог и буду еще и еще разбирать. Это совсем не тот наш э, к которому мы привыкли. Наш «э», он весь только во рту, да, вот произносится. Звук «э» должен говорить участок вот глотки, который вот когда вы глотаете, сделайте глоток, вот что вы почувствовали вот при глотке. Вот эта вот часть должна сказать звук «э», вот та, которая вот там, да. Для того, чтобы она смогла это сказать, челюсть надо уронить. Получится «that», «that», вот «э», «э», «э». Вот у меня даже язык там двигается в конце. Помогает открыть вот эту вот штучку. That. Сначала вытащила язык, чтобы that сказать. That. 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 Угу. И теперь, когда вот это получится, несколько раз пробуйте, пока не получится. Не пойдет такого, что вот... А, что-то сказали, и ладно, да, that какой-нибудь сказали. Нет, вот пока вот за мной не повторите. That. 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 Чтобы... Вытащить получилось и язык that, that, да, that, вот, и э сказать, that, that, that. И теперь мы будем говорить и that, и bitch, и is beautiful, все вместе, да. That
Bitch. Надо сделать без паузы. That bitch. That bitch is beautiful. That bitch is beautiful. That bitch is beautiful. That bitch is beautiful. Угу. Так, давайте добавим сразу два слова. Make sure. Потому что они вот неразделяемые. Это идиома такая, да? Вот make sure, быть уверенным. Угу. А, смотрите, вот почему не люблю пользоваться вообще транскрипцией и учить по транскрипции. Потому что в транскрипции написано одно, как должно правильно слово произноситься, а по факту его произносят иначе. И если вы будете только транскрипцию учить, вы вообще ничего не поймете, как с вами будут люди разговаривать, иностранцы, да? В транскрипции будет написано sure, вот, да? А здесь sure, sure, и все. Make sure, make sure. Вот, make sure that. Теперь надо вместе подружить, да? Make sure that. Вот, значит, make sure сказала. Sure сказала, да? Теперь достаю язык, кладу. Он у меня расслабленный, не надо его напрягать. Не надо бояться вытаскивать язык. Вытаскивайте его. Язык вообще должен, когда вы разговариваете по-английски, язык всегда должен быть наготове вылезти и залезть обратно. Вылезти, залезть обратно, да? Потому что в одном предложении может быть множество вот the, и его надо туда-сюда, туда-сюда, на ровном вот поверхности, туда-сюда. Вот. Make sure that. Угу. Во-первых, вытащила the и потом уронила челюсть, да? Make sure that. Make sure that. Make sure that bitch is beautiful. Make sure that bitch is beautiful. Сначала свяжите все правильно, произнесите правильно, потом начинайте это делать быстрее, быстрее, быстрее. Вот. И когда получится достаточно быстро, добавим еще слова, да? Make sure that bitch is beautiful. И вот это вот с таким вот наглым, да, с такой наглой интонацией, вот это Make sure that bitch is beautiful. Make sure that bitch is beautiful. Кто-то мне там где-то писал, надо родиться черным, тогда у тебя получится. Да я не пытаюсь, чтобы у меня сильно получалось прямо как у черного. Я не пытаюсь научиться так разговаривать сама. Да? Мне это зачем? Я пытаюсь понять, как будет со мной разговаривать черный, когда вот это я услышу от него. Да? А для этого мне нужно постараться сделать это самой. Если я вот сделаю это сама, своим языком, своей челюстью, то потом, когда я буду слышать вот этот «Make sure that bitch is beautiful», вот, да, я буду понимать это на слух, с какой бы скоростью это не услышала, да? Так, «will just» сразу. «Т» после «just» не читается и не слышится вообще, он его съедает, да? Вот смотрите, какая штука еще при быстром разговоре, да, многие звуки будут съедаться, и нам нужно привыкать к таким связям слов, чтобы научиться вот съедать ненужные звуки, да? Если мы вот так вот их съедим, то потом на слух тоже будем воспринимать, да, вот это вот съеденные звуки, понимать, что нам говорят. We'll just make sure. Вот «т» вообще нету, да? We'll just, we'll just. We'll just make sure that bitch is beautiful. We'll just make sure that bitch is beautiful. Вот, давайте медленно сейчас попробую все. We'll just make sure that bitch is beautiful. Вот смотрите, когда идет связь всех слов, that можно прям вот сильно не открывать вот так. Да? Это хорошо делать, когда вы тренируете этот звук. Вообще вот не умели вы так говорить, теперь надо научиться открывать челюсть. Но потом, когда научитесь в процессе, оно будет так быстренько и назад, да? We'll just make sure that bitch is beautiful. Вот он чуть больше открылся и закрылся. We'll just make sure that bitch is beautiful. We'll just make sure that bitch is beautiful. Чуть больше открывается, закрывается и продолжаем дальше. Так, теперь вот он идет этот вопрос. Comma is a bitch. Тоже по частям. Опять bitch. Bitch. Такое и опять, да? Bitch will just make sure that bitch is beautiful. Bitch will just make sure that bitch is beautiful. И вот когда уже побольше, особенно слов, теперь можем еще больше вот в этот вевеканье перейти, да? Bitch will just make sure that bitch is beautiful. Bitch will just make sure that bitch is beautiful. Угу. Так, давайте сразу comma is
бич, вот скажем все-таки, да, кама. Вот идет у нас кей, потом эй, потом ар и м. Это значит, что у нас будет звук а длинненький такой немножко. Кама, кама, кама. К не простое наше русское к, а такой кашляющий немножко к. Кама is опять не is, а is. Такой же, как и bitch, да? Come is a bitch, we'll just make sure that bitch is beautiful. Так. И все, когда получается, уже еще раз все это превращаем в вот это вяканье. Come is a bitch, we'll just make sure that bitch is beautiful. Come is a bitch, we'll just make sure that bitch is beautiful. Ну что, попробуем вместе с ним. Come is a bitch, we'll just make sure that bitch is beautiful.